Ожившее кино в кинотеатре. Режиссер Николай Гадомский и театр песни и танца Забайкалья объединились для создания спектакля в новом формате «Театр плюс кино». Сейчас мы репетируем новый, даже я не знаю, как это назвать, спектакль, проект. Ну, это проект называется «Театр плюс кино». И мы делаем спектакль-коллаж с замечательным коллективом «Театром Забайкалья». Этот спектакль мы будем играть 27 февраля. Кинотеатр «Бригантина». Почему называется «Театр плюс кино»? Потому что в Чите этого еще никогда не было вообще в Забайкальском крае. Да и в России это редко случается, такое явление. За основу был взят сценарий любимого фильма, который каждый забайкалец давно цитирует наизусть. «Любовь и голуби». Особая картина, оттого и спрос с артистов будет как никогда высоким. Проект новый, очень интересный, потому что мы вообще любим все интересное. Тут и какие-то гротески, и какая-то хореография, элементы. Вокал – это нам привычно, но вот именно актерский душу свою раскрывать на зрителя – это очень сложно, это непривычно. И это очень полезно, я считаю. Вообще с Николаем Николаевичем давно мечтали что-нибудь сделать такое эдакое интересное. И когда он обратился с нам с таким предложением, мы сразу согласились, вообще не раздумывая. Перед артистами театра поставлена непростая задача. За короткое время необходимо не только вжиться в роли главных героев, но и вдохнуть в известные диалоги новую жизнь. С театральными постановками мы сильно-то не сталкивались. У нас в основном песни, танцы, оркестровые там композиции. А здесь для нас вот это совершенно впервые, для нас, для всех очень интересно. Играть роли, тем более такого грандиозного фильма, это... что-то новое. Я думаю, если у нас все получится, мы будем продолжать идти в этом же направлении. Артистка хора Алена Арзамасцева сыграет роль Раисы Захаровны, которую в оригинальном фильме исполнила Людмила Гурченко. Главное, уверена девушка, суметь как можно точнее передать на сцене культовый образ интеллигентной сердцеедки. Это очень волнительно, очень. Я переживаю. Потому что переиграть таких великих актеров невозможно. Ну, конечно же, я пересматривала несколько раз фильм, хотя смотрела его сотни раз. Но хочется внести свое. Переносишь на себя, наверное, эту историю. Ну, как бы я поступила в такой ситуации. Ой, какое горе-то! Ах ты, сучка ты, крашена. Ну, почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Вы приходите, если что, а? Все. Юлиан Тимофеев, Владимир Дементьев, РТК Забайкалье.